Добрый вечер, дорогие друзья. Прошу рассаживаться. Кто еще не успел занять свое место во втором ряду? Ну что ж, мы начинаем очередной концерт ансамбля традиционной еврейской музыки «Йосеф Капелье». Сегодня, как всегда, песни на идиш, как всегда, клезберская инструментальная музыка. Ну и кое-что новое будет сегодня, о чем я расскажу, когда оно наступит. Ну а начнем мы наш концерт на этот раз, да, в общем, как и всегда, с клезмерской еврейской инструментальной народной музыки. Господа, прошу. Хочется добавить пару слов. Не могу молчать. Да, кто не отключил мобильные народ... телефоны, пожалуйста, у вас еще есть возможность это сделать. Народная и клезмерская — это одно и то же. И клезмерская, и инструментальная — это тоже, в общем-то, одно и то же. Мы играем, поехали. Естественно, но, в общем... еще... Не работает? Очень хорошо. А кто еще не знаком, хотя, думаю, в основном знакомы? Михаил Блинков, кларнет. А где-то здесь спрятался Алексей Розов, скрипка. И руководитель ансамбля Йозеф Капелье Иван Лебедев, фортепиано. В общем, как-то так. Ну а сейчас мы сыграем вам еще одну столь же зажигательную клезмерскую композицию. Что-то не нравится. Ну, что я бакал не пою. Отсюда. Я даже предложу тебя. Прошу мне за это будет. Маленькая техническая пауза. Зато гораздо красивее выглядит. Ага. Ну, не намного.
продолжаем. Так, композиция называется «Свадьба в Штетле», то бишь в местечке. Мы сейчас только что обсудили, вот как стоит вот электронное фортепиано, правильно или нет? Вот вы как считаете? Есть идеи? Нормально? Это делается очень просто. Ну вот, теперь соло на скрипке будет звучать еще лучше. Так, ну а сейчас мы потихонечку перейдем к новой интересной теме, о которой я сказал в самом начале, что сегодня будет что-то принципиально новое, чего у нас в клубе еще не было. Для начала мы сыграем для вас арабский танец. Это так называется этот номер. Желающие есть? Леша, отдыхай больше. Арабер танц? Арабер танц, да. Дэйв Террес или Нафталия Брандвайн? Кто-то из них? Нет, понятно. Я ее слышал. Я ее Брандвайна слышал. А, хорошо. Ну, скорее всего, он и сочинил. Да, скорее всего. Thank you.
этот арабский танец, как мы его между собой называем, он на самом деле написан в жанре теркиш. Теркиш обозначает турецкий. Казалось бы, какая связь между еврейской музыкой и, скажем так, турецким танцем? Возникают вопросы. Так вот, следующие два номера, вокальных притом, они будут связаны с сефардской культурой. Ну, все мы знаем, что есть две основные еврейские ветви — сефардская и ашкеназская. И я вот по этому случаю хочу вам рассказать кое-какую интересную информацию, которую удалось накопать, когда мы готовили эту программу. Что мы вообще знаем о сефардах? Кто они такие? Оказалось очень интересно. Само название сефард происходит от библейского топонима «сфарад». Под ним подразумевается Испания. И язык сефардов, ладино, это первоначально средневековый испанский, который в дальнейшем развивался самостоятельно и в том числе на территории современной Турции. Еврейские общины существовали на Пиренейском полуострове с древних времен. Это подтверждают находки археологов. Самое древнее из них — это финикийское кольцо из Кадиса с надписью на палеоиврите. Датируется она 7 веком до нашей эры. Дальнейшее увеличение численности произошло в период пунических войн, когда Рим завоевал Пиренейский полуостров. Это 218-202 годы до нашей эры. И особенно после того, как во времена правления императора Веспасиана полководец Тит взял Иудею в 70-м году нашей эры. Подсчитано, что в римской Испании поселилось тогда около 80 тысяч человек из Палестины. После принятия христианства в 587 году местным населением, это было Визготское королевство Толедо, начались преследования евреев. И неудивительно поэтому, что они встретили арабских завоевателей как освободителей. И тогда, именно тогда, начался золотой век сефардской диаспоры. Они занялись торговлей и финансами и со временем образовали состоятельную и весьма влиятельную часть общества. Они занимались искусством и науками, особенный вклад в области медицины, астрономии, философии и математики. В частности, именно сефарды, именно они ввели в употребление в Западной Европе арабские цифры. Среди философов можно упомянуть раввина из Кордобы Моше ибн Маймона, внесшего также большой вклад в развитие медицины и более в наше время известного как Маймонид. Московская государственная классическая академия, или как ее между собой обычно называют, еврейка, носит имя как раз Маймонида. В 1492 году этот год был ознаменован изгнанием арабов с территории испанских королевств. Арабов. Не надо меня поправлять. Это время стало трагической датой для сефардов. Сотни тысяч романоязычных евреев, отказавшихся принять христианство, были выдворены из страны. Таким образом, получается, что реконкиста, изгнание арабов с территории современной Испании, которая обычно воспринимается как такое положительное явление для сефардской общины, наоборот, было губительным. После изгнания из Испании сефардские евреи были приглашены именно, обращаю ваше внимание, турками-османами для заселения балканских городов, захваченных после поражения Византии. И тогда начался серебряный век сефардской культуры. Турецкий султан Байезид II так высказался по поводу короля Испании Фердинанда II. «Вы называете королем того, кто обедняет свое государство, чтобы обогатить мое». Инквизиция и последующее изгнание сефардов из Испании дали импульс к развитию еврейского пиратства. Одни грабили корабли для того, чтобы облегчить жизнь гонимого еврейского народа, другие же горели желанием отомстить инквизиторам. Сефарды до сих пор живут в Южной Америке, больше всего их в Аргентине. Сохранился их язык, фольклор, особенно интересен пласт пиратских еврейских песен. Представляете, есть такое, пиратские еврейские песни. Вторая мировая война разрушила мир сефардов, и сейчас их насчитывается по всему миру 1,5-2 миллиона человек. Их язык, культура и музыка уходят в прошлое. И еще хочу напоследок сказать, что сами названия ашкеназы и сефарды, ну понятно, ашкеназы — это те, кто находились на территории, в первую очередь, Германии, сефарды — в первую очередь, Испании. Так вот, эти оба названия, они топонимические. Сфарад — это Испания, ашкеназ — это Германия, так что названия расшифровываются гораздо интереснее, чем можно было бы сначала подумать.
Ну а сейчас я приглашаю на сцену Анну Смирницкую с двумя сефардскими песнями. Я думаю, всем вам будет интересно познакомиться с этой музыкой. Первая песня называется «Адио, Кериде» — «Прощай, любимая». Молодой человек упрекает свою возлюбленную. Он говорит: «Когда твоя мать тебя родила, она забыла дать тебе сердце, которое могло бы любить. Ты отравила мою жизнь, прощай, я ухожу. Я постучусь в другие двери и там встречу свою любовь». Cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella te dio para amar segundo, corazón ella te dio para amar segundo. Amargadas tú, adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargadas tú. Va busca otro amor, ajar va otras puertas, aspera otro ardor. Que para mí sos muerta, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. И вторая песня называется «Авришме Галаника». Это разговор между девушкой и юношей. Ночь. Он просит впустить его. Она говорит: «Мой отец еще не спит, он может нас услышать. Я подам тебе сигнал, когда он заснет». То же самое поется: «Мать не спит, она нас может услышать». Потом: «Брат не спит, он может нас услышать». Конец этой истории нам неизвестен. Soñará, mi madre está cosiendo, ma soñará.
Вот такие вот сефардские песни. Как ваши впечатления? Нравится ли вам такая музыка? Интересно мне знать. Всегда нам, как сказать, поскольку мы музыканты, мы люди максимально интернациональные, поэтому нам интересна самая-самая разная музыка, и несмотря на некоторую разобщенность между собой тех же, например, ашкеназской и сефардских общин, для нас, например, вся эта музыка, она одинаковый интерес представляет, тем более, что мы сами, как клезмеры, как специалисты именно по ашкеназской культуре, для нас это вот эта вся сефардская восточная радость, для нас она весьма неожиданна, и тем более интересно. Поэтому если, скажем так, нашей публике в вашем лице эта музыка интересна, то мы с удовольствием будем заниматься ею и дальше. Устраивает? Хорошо. Конечно. Большая часть сефардов сейчас кто? А, у меня просто из-за софита мне было вас не видно. Было интересно, кто спросил. Большая часть сефардов живет в Южной Америке. В первую очередь Аргентине. И сейчас... Я в курсе. Вообще евреи жили везде. И живут везде, должен заметить. Конечно. И в Грузии тоже. Правда, мы с вами их не отличим от грузин. Но они между собой, конечно, отличают. Основная часть сефардов сейчас, если не считать те, про которые я говорю, про Южную Америку, и много достаточно в Штатах, и главное в Израиле. В Израиле, собственно, больше всего наследников именно тех сефардских общин. Никто ни в чем не виноват. Господи, Леша. Да. Никто ни в чем не виноват. И... Ладно. Давайте поедем дальше. Давайте мы для вас сыграем еще клезмерскую композицию. Называется она «Фрейлахс». Это самый быстрый и зажигательный еврейский танец. Алексей Георгиевич, прошу на сцену. Миша, тебя тоже.
Ну а теперь еще одна песня в исполнении Анны Смирницкой. Песня сочинения замечательного идишского певца и композитора Мордехая Гибиртига. Называется «Шлов шойн майн кинд, спи, мое дитя». Это милая колыбельная, вполне в ашкеназской традиции. Более того, еврейского в этой музыке, безусловно, только идишский текст. Сейчас вы сами сможете ее оценить. Мама пойдет и купит себе лошадку. И вспомни о своем папе, который уехал и не возвращается. Где же он сейчас? Может быть, он забыл о нас, уже другие у него есть, и жена, и ребеночек. Или, может быть, он умер где-то там на чужбине. Он умер, а ты вот спишь у меня на руках. Ну ничего, я научу тебя кадишу, поминальной молитве. И ты споешь ее о своем папе. Loschen mein Kind, mein Hingelach kleins, die Egelach deine Macht zu. Die Mama wird kaufen, a Ferdala scheins, nu schlof sie mir ein Lululu. Die Mama wird kaufen, a Ferdala scheins, nu schlof sie mir ein Lululu. A Ferdala scheins wird kosten viel Geld, a Wegele euch auf mein Wort. Du wirst kommen vorne rum in der Gett, versuchen mein Tadische dort. Du wirst kommen vorne rum in der Welt, versuchen dein Tadische dort. Dein Tade, mein Kind, ist lang schon weg, a Briefel geschrieben nicht mehr. Gefindst du ihm dort, dann frage mein Freg, sie liebt er den Mama nicht mehr. Findst du ihm dort, denn frage mein Freg, sie liebt er den Mama nicht mehr. Sie hat er vergessen, sein Weib und sein Kind, an aber verdreht dort mein Wort. Sie äfscher Cholile, oi Weimer und Wind, gestorben den Tadische dort. Sie äfscher Cholile, oi Weimer und Wind, gestorben den Tadische dort. Люлю шлоф, майн енгеле клейнс, а йосам у небах бісту. Ой, їх вел дих лерна на кадыш лшейнс, ну шлоф же мир, ай, люлю. Ой, їх вел дих лерна на кадыш лшейнс, ну шлоф же мир, ай, люлю. Schön mein Kind, mein Engele kleins, die Engele deine Macht zu. Die Mama wird kaufen, a Ferdele scheins, nu schlof sie mir, ai, lulu. Die Mama wird kaufen, a Ferdele scheins, nu schlof sie mir, ai, lulu. Анна Смирницкая. И снова клезмерская инструментальная композиция. Прошу. Thank you.
самое любимое у клубного музыканта? Конечно, провода. Без них никак, но и с ними тоже. Удовольствие экстренное. Расскажи, что общего между дирижерами. Не буду. Ваня, я собираюсь раскрыть твои секреты. А? Собираюсь раскрыть твои секреты. Мне уже страшно, это как? Я пока вижу только ноты. Сейчас. А, ну я сейчас его тоже раскрою. Да, ну давай сам. Так вот, те, кто уже не первый раз у нас, заметили, что я иногда что-нибудь такое прячу за роялем с нотами. Привычка. Так вот, те, кто бывали уже в клубе раньше, заметили, что я периодически что-нибудь такое пою, прячусь за роялем, за нотами. Меня не видно, но оттуда проистекает какой-то странный голос в микрофон. Так вот, это не только не очень эстетично выглядит, но и страшно неудобно, когда сам и поешь, и играешь одновременно. С другой стороны, а альтернатива какая? Больше пианистов-то нету. Можно, конечно, Алексея Георгиевича попросить сыграть аккомпанемент на фортепиано, но тогда пропадет партия скрипки. А без скрипки тоже не дело. Алексей Георгиевич, ты сегодня в ударе просто. Так вот, я подумал, что эту проблему надо решить немножечко жульническим путем. Я вчера приехал в Гиперион, включил машинку-рекордер в эту клавишу и записал себе аккомпанемент, свою собственную партию. Поэтому фортепиано будет играть без меня, но это все равно я же, только вчера. А все остальное будет живое. Сейчас прозвучит песня современной израильской певицы и композитора Хавы Альберштейн. Называется она «Креница», «Колодец». Кратко резюмирую ее содержание. Господи, Ицакомангеры. Содержание, если вкратце, старинный славянский обряд. В лесу, темной ночью, парни и девушки собираются вокруг костра и водят хороводы. Старинные еврейские обычаи, не правда ли? Сейчас вы можете прослушать произведение. Dort wie großen seine Nasser steht der Krenitze vertracht. Kommen mädlich ziehen Wasser mit jener alle Nacht. Und der Sohn wie weiße Beeren wachsen Tagen größen Sod. Und in Weitkeit von die Steeren tanzen Jaten in der Rot. Dort wie großen seine Nasser steht der Krenitze vertracht. Kommen mädlich ziehen Wasser mit jemmer alle Nacht. Und der Sohn wie weiße Beeren wachsen Tagen größen Sod. Und in Weitkeit von die Steeren tanzen Jaten in der Rot. Thank you.
der brennt, gehen Mädels auf die Großen, mit die Hämmer in die Hand. Wer der Wohne blass und blasser, er geht's beugt man in der Nacht. Dort wie Großen seinen Nasser steht, der Kräne zerfertracht. Вторая песня, которая тоже сегодня прозвучит, это колыбельная. Сколько холода было, оказывается. Так вот, это колыбельная. Сочинена она ныне живущей и здравствующей композитором и певицей Евгении Лопатник из Харькова. И музыка, и слова ее. Песня эта написана в память не так давно, ну не так давно, года два уже где-то, ушедшей от нас выдающейся идишской певицы из Америки Адрианы Купер. Ее памяти посвящена эта песня. «Спи, моя маленькая птичка, закрой свои глазки. Скоро придет ночь, и твой добрый папа принесет нам с неба тарелочку». Вот такая вот песня. Schlaf, schlaf, mein kleiner Fägele, mach ich zu, die schöne Egelech, es fällt schon in die Nacht, dein guter Tate wird uns bringen von Himmel des Sterne, es fallen die Schneien, bedecken das Bäumele, Winterlach wehen, brechen die Zweigelech, wo wollt ich du an Ort gefunden, Bir dich zu kennen, mein Herz der Wärme. Schlaf, 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 mein kleiner Fägele. Mach ich zu, die schöne Egelech. Es fällt schon in die Nacht, dein guter Tate wird uns bringen von Himmel der Sterne. Die Deck seinen mit und die Nacht werden finster, verendig mein Lied, und erwach ich von Nitzter, was wird so oft kommen, die Wesne, die Nahe, und wird das Bämel wieder. Seinen mit und die Nacht werden finster, ich verendig mein Lied und er wohne ich kein Mitster, es wird so oft kommen, die Wesne, die Nahe, und wird das Bämel wieder beneien, schlaf, schlaf, Спасибо. Ну а теперь, мне кажется, что-то инструментальное. Точно. Сейчас прозвучат два булгара. Это еще один жанр клязмерской музыки. Сейчас вы сможете оценить сразу двух представителей этого жанра. Thank you.
Поехали. Булгар первый. Булгар а-ля Нафтуле. Называется Булгар 2. Не надо, не надо. Номер. Не надо. Не надо. Хорошо. Еще один Булгар.
Ну, а сейчас напоследок, в завершении нашего концерта, мы пригласим на сцену нашего постоянного гостя. Это замечательный певец Игорь Белый. Прошу. Рабиню там. Нет, Рабиню здесь. Нет, Рабиню там. Рабиню там – это наш Рэбе там. Так песня называется. И там не в том смысле, что здесь или там, а там – это так его зовут. Был действительно такой реальный существовавший раввин. Он жил во Франции в 13 веке и был предводителем духовным еврейской французской общины. О нем ходят легенды. Еще начиная со Средневековья. Ребе там был очень умным человеком и ко всему подходил очень подробно и с большой критикой. Он не стеснялся критиковать даже великих мудрецов. О нем осталось в еврейском языке даже такое фразеологическое выражение. Что ты упрям, как Ребе там. Потому что он никому не верил. Аналогом в нашем языке это Фома неверующий. А выйдешь, это Ребе там. И вот песенка про Рабеню Тама на слова Ицека Мангера, музыка Герца Рубина. Споемте-ка песню про то, как летела золотая пава через Черное море и несла в клювике любовное письмо. Но кто же написал это любовное письмо? А это письмо написала турецкая царица. Она пишет нашему Ребе Таму. Дорогой Ребе Там, я так тебя люблю, что есть не могу, пить не могу, спать не могу. Что же ты молчишь? А что же говорит Ребе Там на это? Ничего не говорит. Он только чешет свою бороду и пейсы и говорит три раза «все». Говорит разве что его козочка в стойле. Ну, что козочка говорит, это понятно. Ну, а что же говорит его жена Ребетсон? А его жена Ребетсон хватает скалку и бьет его по голове, приговаривая: «У тебя на уме одни шиксы, а где же я, твоя законная жена?» Омерзинги на шейный лид, ай-ди-дол-дам,
wie die goldene Pave flieht über den schwarzen Jam und trug da Liebesbriefele, a schöne Liebesbriefele zum Rabbeinu Tam, zum Rabbeinu Tam. Ei, dei, 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 ei, dei, 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 dei. Ай дай 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 Версход гешрибн до сбривеле, ай дидл дай Гешрибн ход до сбривеле, ди малки фунтер кай Гешрибн эс мит ройтен тинт, ун фархас мит хэс гешвинт Мит хэйсен трэрн драй, мит хэйсен трэрн драй Ай дай 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 Ай дай 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 Ай дай 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 Ай дай 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 Was steht geschrieben im Briefele? Ай, дидл ду. Рабеню там, их либо дих, Боже, швахст ну? Их эссе ниш, их тринки ниш, Извет безет пембенки ниш, Их абы кайны ру, их абы кайны ру. Ай, дай, 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 Ай, дай, 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 Ай, дай, 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 Ай, дай, дай, дай. Вот же зок трабеню там, Ай, дидл дэ. Gleit die Pace und die Bord und macht dreimal fett. Und das Ziegele in Stahl und das weiße Ziegele helft er unter me, helft er unter me. Nu und sie die Rebetzin, ai, didl du. Sie klappt ihm mit der Wartgelgurz und sagt zu ihm azoi. Schickst es liegen dir und sinn, nu und jach, wo bin denn heiß geliebte Freu, denn heiß geliebte Freu. Oi, 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 Trefft Verschott das Lied gemacht, hei didl dam, a Schneider ein Jungkot hat's gemacht, wie vor dem Rabbeinu Tam. Und schab es zwischen Tag und Nacht, hat alle Zaren gelacht, akkurat zum Gramm. Akkurat zum Gramm. Ai dai 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 dai. Ai dai 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 dai. Ai dai 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 dai. Ai dai dai dai. Следующая песня называется «Балыголы». Балыголы – это такая еврейская профессия, известная. Это, ну, вообще, да, довоенная, наверное. В общем, она существовала даже в Москве до 1939 года. Слово само это, оно вообще принадлежит языку идыш, «балыголы». Сложилось оно из древнееврейских двух слов «бааль агала», которое буквально переводится как «хозяин повозки». Когда начнется день, и ночь уходит прочь, на небе плывут облака кругом, едем мы с лошадкой, я и ты, только двое, последние звезды на небе, все безмолвно. Ша, ich bin nicht kein Izvoschik, ich bin ein Schofer von mein Ferdl. Wenn es Heibner und Zittugen in der Nacht geht vorbei, auf dem Himmel schwimmen Wolken sich herin. Fuhren wir zusammen Ferdl, ich in die Noren zwei, letzte Sterne auf dem Himmel, als es stimm. Sei sehnen mir gefuhren, ganze Tag, Juren lang, von die Kopate es gespritzt, die Finken weit. Schöne Zeiten sehnen scheuen, sehr gich vorbei, es tut Banko, wenn ich kenn dich, haben mir sich nicht zerschellt. Läuft mein Teier Ferdel, springt mein Teier Ferdel, bleib stehen, still du in der Seil. Lange Juren haben wir's beste Essen, wie wir dir wie, ach, hey, es ist schon Zeit. Ich hab dich du mitgekobet, mit Petkoves Finstuhl, hab dein Wogen upgefahrt mit reinem Lack. Jetzt der Metro und Maschinen fuhren neu, ich bargen tu, ich bin zerhischt von Ford, Citroën, Cadillac.
Kavest nicht der Wuss ist dus, geschehnen Ferdel zuck, nir geschwind, Zeiten hobel den Zern nicht dem ganzen Neu. Es ist kein Platz vor mir und dir, nicht du mein Ferdel sind, nur vorbei, wo's fin hinten geht er euch. Läuft mein Teier Ferdel, springt mein Teier Ferdel, bleib still, stimm du in der Zeit. Lange Jahren haben wir das beste Essen, wie wir dir wieder nach Hause es ist schön Zeit. Глянет над Москвой утро вешнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль стрелой, искры сыпались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты да я поникли оба головой. Ну, подружка древняя, ты старушка верная, встань, Марусь, как в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Пала, милая. Ай-яй-яй. Игорь Белый. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за внимание. На этом наш сегодняшний концерт окончен. Еще раз хочу представить наших участников, солистов и инструменталистов. Игорь Белый, вокал. Анна Смирницкая, вокал. Алексей Розов, скрипка. Михаил Блинков, кларнет. Ну, а меня зовут Иван Лебедев, я художественный руководитель ансамбля «Йосеф Капелье». Спасибо за внимание. Желающие ознакомиться с нашей коллекцией компакт-дисков еврейской музыки могут сделать это за этим столиком. А в остальном наш следующий концерт состоится здесь же, тоже в среду. Какого там декабря? Ну-ка, Наспор. 10 декабря. Опять-таки, желающие, кто хочет пригласить друзей, сагитировать на работе, например, у нас есть симпатичные афишки, вы можете их взять и наклеить их у себя на работе или еще где-то, где у вас есть возможность. Спасибо, всего вам доброго. Потому что вам точно проходит, я уже проверял. Так что это уже у вас там.